Первые две батареи ЗРК NASAMS поступят в Украину в течение следующих 2 месяцев. Об этом на брифинге на Медне заявил спикер Пентагона бригадный генерал Патрик Рейдер. По его словам, 2 комплекса NASAMS, как ожидается, будут доставлены в течение 2 следующих месяцев или около того. Эти оборонные системы еще больше усилит защиту Украины от воздушных угроз, сказал генерал. Напомним, что в конце августа Министерство обороны США заключило контракт с компанией Raytheon Missiles and Defense на закупку 2 комплексов NASAMS. Сумма сделки – 182 миллиона вечно зеленых американских долларов. Но в Пентагоне говорят, что армия США получит эти ЗРК не раньше августа 2024 года. Поэтому обещанные Украине зенитно-ракетные комплексы, вероятно, будут поставлены из существующих батарей, стоящих на вооружении США или союзников. Для тех, кто не в курсе, также напомним, что NASAMS — это те ЗРК, которые охраняют столицу США — Вашингтон. Они имеют самую быструю среди ЗРК ракету и способны помимо самолетов и вертолетов сбивать крылатые баллистические ракеты противника. NASAMS производит консорциум американской корпорации Raytheon Technologies и норвежской группы Kongsberg. В состав комплекса входят пусковые установки и радиолокационные станции Raytheon AN/MPQ-64F1 Sentinel от консорциума Raytheon и Kongsberg. Raytheon отвечает за поставку своих ракет класса воздух-воздух средней дальности AIM-120 AMRAAM для этой системы, а Kongsberg поставляет пусковые установки. Каждая передвижная пусковая установка имеет 6 контейнеров с зенитными ракетами. Дальность стрельбы зенитной системы в конфигурации NASAMS-2 с использованием ракет AIM-120 AMRAAM составляет до 25 километров, а досягаемость по высоте до 14-15 километров. Зенитно-ракетный комплекс NASAMS находится на вооружении или в настоящее время поставляется в 12 стран. NASAMS предоставляет защитникам ПВО адаптированную современную систему защиты, которая может максимизировать их способность идентифицировать, поражать и уничтожать вражеские самолеты, беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты. О том, что NASAMS в количестве 6 зенитно-ракетных систем будут поставлены в Украину в крупнейшем за все время пакете военной помощи от США Украине объемом почти 3 миллиарда долларов, было объявлено в День независимости Украины. Но и постскриптум к сведению доброжелателей, не только 6 систем — это не 6 пусковых, а 72 пусковые. Потому как в одну систему входит 12 пусковых по 6 контейнеров. Поэтому 2 системы, а не 2 пусковые. То бишь 24 пусковые по 6 контейнеров уже через 2 недели будут в Украине.